На что? На что? Время, вон, вот за стеной ходите. Вот, вы нас не пойдет, честно. Вы нас сюда высаживаете? Нет, я провожу немножко. Я два раза была, я уже молодец. Обед у нас когда? Между стеной и... Вот мы приехали к китайской стене. Сейчас мы на нее будем лезть. Она-то вон где. И вот там она. И вот там она. И вот там она. О, ё-моё, люди туда забираются. И неужели мы туда тоже? Боже мой. Ой. Ё-моё, как она идет, 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 идет. И туда. Не, вот здесь. Ой, вот на этих штуках носят. Сейчас. Есть, есть, есть. Раз, два. А эти ребята носят. О. Ленка, а ты все время спиной хочешь, да? Валер, я не знаю куда, потому что я пока не вижу никакого, чтобы... Наверху очень интересно. Начинаю? Я не скандалю, я просто тебе показываю, как ближе. Да. Да, надо туда как-то залезть. Блин. Вот так, полпути одолели. Блин, великие китайцы строили такие стены. Ступенечки вон какие. Где-то моя. Вон она. Лена, помаши ручкой. Я Толь выше не хочу. Как это так? Не хочется. Как это не хочется? Ну давайте. Давай ягод за тебя. Какой такой слабак? Не может быть слабак. Это до конца. До верхушки. А надо? Конечно, красивее оттуда будет. Да. Панорама. Вот очень хорошо. Руки. Да и немного осталось. Ты здесь подождешь? А ты до конца решил? Ну, немножко пройду за Анатолием. Анатолий, сзади тебя. Лена! Вон она. Отличная. Лена! Так вам не нужно тепло. Пойдем.
Да. А вон, вон какие. Что куда идет? Туда, сюда. Вот что не пойму. Надо схема, чтобы внизу была. Может, наверху есть. О, мою жену видно отсюда. Ну мы с тобой забрались, блин. Пойдем. Дальше. Решил выше уже не подниматься. Мне и здесь неплохо. Кто здесь поднимается? Кто вон там поднимается? Может, там, там не так круто, кстати. Да, там полегче было подниматься. Ё-моё, стенище. 8000 километров. Так, вот, чтобы видно было, что это я тут. Это вот я. На этой вот стене. Там можно еще выше подняться, но мне и здесь. Хорошо. Можно еще 7 километров подниматься вверх. Но мне и тут неплохо. А где я? Сейчас, подождите, а быстро подождите. Так нельзя, смазано все было. Так будет смазано. Повторить. Вот, я поднялся. Вот, снова. На снова. Страхуется кто-то. Где там моя женушка? Где моя жена? Там, блин. Где она там? Ой, неужели она там ждет, начнет цеплять? Или там? Господи, куда я забрался, спускался теперь, блин. Все. Идет, да? Это мне не нравится. Не надо? А потом смотреть кино-то неудобно. А, так давайте, подождите, тогда давайте. Ой, вот, я бы сейчас тебе включу. Ладно, все, да, не надо, все, хватит. Ничего, выключили? Ага. Да, я нет, выключено. Покорители стен отдыхают. О. Вот я только что спустился вот с этой вот, вот с этой вот башни. Выше я подниматься не стал. Лен, вы сейчас куда? Я остаюсь в Китае. Ну рассказывай, что ты здесь делала, пока... Я ходила на китайскую стену. 7 километров я, конечно, не прошла. Прошла 14. Прошла чуть меньше. А теперь я жду, приход. В ресторан. В ресторан она захотела. Хочется кушать.
Валер, я хотела сумку взять, позвонить в Москву, узнать, как там дочь вчера в поликлинику ходила, она любит. Лен, что у больных здоровья спрашивать, а? Какая? Дочь, да, ты знаешь? Это не наш случайно? Наиболее сильные люди начинают подъем вот здесь, где мы начали. Поднимаются, 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 поднимаются. Вот здесь, 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 здесь. Вообще, отморозки. Спускаются, 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 спускаются. Спускаются вот сюда, вон, вон туда. И опять поднимаются, поднимаются, поднимаются. Поднимаются, блин, это нормальные люди. И опять спускаются, 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 спускаются. О, нет, все. Это даже молодежь не вся выдерживает. Подожди, Валер, я же... А я не удержу. Я же должна заснять сначала весь ресторан на видео. А потом тебя. Как ты тут сидишь? Вот я тоже. Я вот тоже думала, как интересно будет. Я бы в общие палочки не залезу. А потом, вчера палочки были хорошие. А сегодня простые. А сегодня палочки невкусные, я вот грызу. А сегодня, да. Вчера черные, красивые были. Смотри, сейчас, сейчас, Валера. А кого ты тебя снимать? Я... Лен. Я всех снимаю. Ты кто дороже? Все, я тебя себе оставлю. Конечно, все молодых выбираешь. Вот видите, дискуссия пошла. А предмет еще слово дискуссия. Кто молодых выбирает? Ты. Я бы тебя себе оставляю. А, я не поняла. Я думала, ты остаешься. Вы можете за нами заехать, но не особо, на гробнице. У тебя на гробнице не особо. Вы тоже заблудитесь. У вас опыт есть. Ну, Петрович, ты вообще как китаец. Что? Уже ешь как китаец. Водку пьешь пекинскую, пиво пьешь. А водку палочками руки берут, нет? Нет. Нет. Слушайте, а вообще нет. Интересно, берется? Я думаю, что безусловно. Давай, рано, давай, давай, задам. После да. Карты, да. Ну, вставать же придется, Валер, ну? Задам лежа. Лежа. Как будто мы за вас пьем. Конечно. Хорошо. То есть место вас. Как будто мы вообще пьем. Это самое страшное пить этим людям. Чтобы у них все рядышком было. Да, да, да. А посмотреть-то можно, что там? Музей. Музей, посмотрите. Да, да, да. Когда, так что ученые за долгое время открыли. Они долго нашли. Вот здесь саркофаги с императором. Вот это с женами. Это два поменьше. Его жены. Одна из них императрица, а вот эти поменьше, это дорогие вещи, дорогие семье императора вещи. Уходи. Лен, хоть видно, что был. А обратно, не знаю, мы сейчас в ресторане. Очень даже приятно. Вот. На этом умер император. На этой императрице. Или наоборот.
Ой, как вышли мы с могилы последнего императора. И теперь хочется заснять красотень, которая здесь вокруг. Красотень, конечно, страшная. Вот тут наверху, где два красных иероглифа, находятся небесные горячие источники. Вот они. Все, я устал. А, то есть вход в долину? Да, долину. План захоронения. Вот эти горы, как воины тоже защищают. Вроде бы здесь аллея. А сколько здесь могил? 13. 13. Мы об этом второй могил. День говорим. 13 минских. Давайте дальше. Давайте.